Всем привет, это канал РГСУ Лайф. Меня зовут Александр Артемов, и сейчас я расскажу вам о главном событии вчерашнего дня. 27 июня, в День молодежи, состоялся Всероссийский студенческий выпускной, который в связи с пандемией коронавируса прошел в онлайн-формате. Его главной задачей стало объединение студенчества всей страны, а для выпускников в эфире Первого канала выступали звезды отечественной эстрады. В рамках Всероссийского студенческого выпускного также прошел марафон вручения дипломов выпускникам вузов, добившихся наилучших результатов в учебе и общественной деятельности. Одним из таких выпускников стал и наш студент, выпускник факультета социальной работы Максим Бондаренко. Поздравить его лично приехали ректор РГСУ Наталья Починок, генеральный директор организации «Россия. Страна возможностей» Алексей Комиссаров и даже первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, которые в свою очередь отметили плодотворность сотрудничества с Российским государственным социальным университетом. Ранее и мэр Москвы Сергей Собянин, и патриарх московский всея Руси Кирилл, и член совета директоров Яндекса Александр Волошин и многие другие также встречались со студентами и преподавателями Российского государственного социального университета и высоко оценивали значимость реализуемых им проектов. А на сегодня все. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.